Вот это самый большой, и я постоянно отнимала у него детей. Можно ли быть готовой я... к смерти мамы? Да. Я знал, где ее искать. В темном дворе один раз. Бьют детей, избивают. Это сложно, когда ты раз и в другом мире. Для домашних же детей можно? Мой сын сказал: спасибо, мам, что ты мне не отдала. Думала, что им просто все равно. Соня, почему? Бабуля мне позвонила, сказала, что мама умерла. Ты сейчас произнесла фразу, которая, ну, дикая дичь. Я все равно вот эту ее смерть прожила еще задолго до того, как она на самом деле умерла. Лети, моя голубка. Такая вот история получилась.